По книгам и рассказам очевидцев я хорошо знал художественный театр, его корифеев, декорации, мизансцены, и упорно хотел понять, в чем величие этого театра. В имени Станиславский мне слышалось что-то дорогое русскому сердцу, красивое, притягательное. Я читал стихи и монологи, стараясь как можно больше походить на моих кумиров. Упражнял жест, гримасничал перед зеркалом. Все мои прежние интересы, увлечения слились в единое желание — служить сцене.